Вечерняя программа на любом массовом городском мероприятии собирает самое большое количество гостей. 862-й день рождения Мозыря исключением не стал. С праздничной сцены звучали самые искренние поздравления и самые задорные мелодии. В концерте-марафоне приняли участие лучшие творческие коллективы городских дворцов культуры. Набережная и площадь Ленина буквально были переполнены. В подобном формате Open Air Мозырь празднует день рождения постоянно. И именно вечерние танцы под открытым небом становятся одной из самых позитивных страниц торжества. Мы обожаем этот город за то, что он самый красивый на всей территории Республики Беларусь. Здесь самые добрые, самые счастливые, самые лучшие жители. Мы желаем им счастья, долголетия и всего самого-самого наилучшего. Всех с праздником! Я присоединяюсь. Как приятно, что столько много народа сегодня здесь. Вот, значит, мы еще дружны, значит, мы еще живы. Вот. И пусть всегда так будет. Свои пожелания Мозырю оставляли его жители и приезжие гости. Чтобы он так и процветал дальше, чтобы он был, оставался таким красивым. И чтобы люди такими же вежливыми, добрыми оставались всегда. Город Мозырь с праздником. Это наш праздник. Всех поздравляем мозырян, спортсменов одновременно. Все, веселимся, гуляем. Прекрасный город, прекрасный праздник. В день рождения я хочу пожелать, чтобы он был всегда таким красивым, чтобы всегда было так весело в нем и хорошо. После выступления хедлайнера концерта ансамбля «Свояки» праздник завершился массовым исполнением песни «Поздравления» и красочным фейерверком. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».